Збройні сили України продовжують наступ в районі Роботиного та просуваються до другої лінії оборони РФІ. Ну от виходить як-то так, розумієте? За словами Американського інституту вивчення війни, ця друга лінія може бути відносно слабшою за першу, оскільки немає такого щільного мінування. Як повідомляється, відсутність значних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній частині Запорізької області, що вже беруть участь в бойових діях, може свідчити лише про те, що резерви, які перебували на другій лінії, були перекинуті на першу і успішно знищені Збройними силами України. Ймовірна нестача російських резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в Західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, які перебувають на другій лінії оборони, дозволяють припустити, що друга лінія оборони лусне набагато швидше за першу. Это как раз и есть ползучее наступление. То есть малыми шагами выполнять на нескольких участках фронта, выполнять наступательные действия с основной задачей перемалывания российских войск. То есть уменьшение плотности войск, то, чем мы сейчас занимаемся. А вот уменьшение плотности российских войск, минусуя каждый день по 1000 россиян, приведет к тому, что через, может быть, месяц-полтора откроются возможности выхода на Азовское побережье. Не факт, что это будет Мелитополь. И здесь я соглашусь даже с уважаемым изданием и с аналитиками этого издания. Нет смысла двигаться на Мелитополь, допустим, даже на тот же Токмак. Их лучше обходить восточнее. Вот, кстати, что мы сейчас и делаем. Мы же не движемся на Пятихатки и, допустим, на Токмак сразу. Мы обходим от Работина на юго-восток. Будет, то есть, если это есть в планах главкома, то движение может быть как раз между Мелитополем и Бердянском на Азовское побережье. Выполнить же все равно такую же задачу. Главная же задача, вернее, стратегическая задача летней кампании этого года в украинской армии стоит не выход на Мелитополь, а выход на Азовское побережье для пересечения сухопутного коридора. Это может быть в любой точке Азовского побережья, причем не исключается даже Мариуполь или, допустим, Ялта Приазовская. Я даже не исключил бы выход на Новоазовск, это вообще восточнее Мариуполя, сразу к границе России. То есть Новоазовск, Седово, вот выход туда, это возможно из-под Угледара, выход на Еленовку, Докучаевск, дальше на Тельманово и по вдоль трассы по левому берегу Кальмиуса. То есть эти моменты еще открыты, так сказать, для принятия решений, потому Мелитополь может быть как раз одной из второстепенных целей, а основная, еще раз повторюсь, это пересечение сухопутного коридора с выходом в любую точку Азовского побережья. Ну а по поводу ворот в Крым, здесь уже точно не соглашусь. Дело в том, что ворота в Крым – это все-таки Армянск. Это не Мелитополь или это не Чангар и Геническ через Арабатскую стрелку. Это Армянск, это Перекоп. То есть нам для того, чтобы открыть ворота в Крым по широкому, так сказать, по коридору, это лучше форсировать Днепр и там больше 70 километров до Армянска и уже заход в Крым, сразу в Северный Крым и выполнение задач. А Мелитополь, он может вообще остаться, в конце концов, в большом окружении. Если одна наша клешня уйдет на Азовское побережье под Мариуполем, а вторая зайдет на Северный Крым и отрежет уже, с Крыма отрежет тот же Чангар и Арабатскую стрелку, то как раз Мелитополь, Токмак и вся российская группировка Херсонско-Запорожская останется в большом, уже даже не оперативном, в полном окружении. Потому у них есть еще такая возможность, так сказать, прочувствовать, как это Азову было в Мариуполе, только намного большей группировки. Ну, здесь, может быть, чуть подмена понятий просто идет. Почему? Потому что те действия россиян, которые должны они будут предпринимать, и они, им придется их предпринимать, то есть восстановление потерь и в живой силе, и в технике той армии, которая сейчас есть на территории Украины, мы в сутки отминусовываем с линии фронта 200-ми где-то до 500 человек. Примерно столько же идет тяжелыми 300-ми безвозвратными, которые не вернутся уже на поле боя. То есть в сутки где-то около 1000 человек уходит с поля боя
и больше не вернется. Значит, потери россиян в месяц около 30 тысяч. За 10 месяцев до весны это 300 тысяч человек. Вот этих 300 тысяч россияне уже понимают, что им не будет не хватать. Потому, скорее всего, будет включена такой же самый режим, как в прошлом году у россиян под конец сентября, с 1, допустим, того же, с 1 октября запустится механизм мобилизации, там, частичный, принудительный или, может быть, скрытой мобилизации. Он запустится, так как российская армия на весну будет, если они этого не сделают, она будет представлять такое жалкое зрелище. Потому однозначно это все запустится, но как это дается в информационное поле, оно дается немножко в искаженном виде. Они же прекрасно понимают, россияне, что им надо будет обороняться. Оборонять либо те рубежи, которые еще как-то останутся на территории Украины, или уже оборонять госграницу 2003 года. 28 января 2003 года был подписан договор между Кучмой и Путиным в Киеве, договор о госгранице и России, и Украины, проведена граница и ратифицирована и нашим, и российским парламентами. То есть вот им придется, может быть, оборонять уже эту госграницу. Это как будет все зависеть от поставок нам вооружений. Потому они однозначно будут собирать определенное количество сил, средств, я сказал, где-то больше, в районе 300 тысяч человек опять попытаются мобилизовать. А подача идет, они ж не будут говорить, что они обороняются. Мы тут собираемся сидеть, бояться, называется. Соберемся кучками и будем сидеть, трястись на границе, бояться на наступление украинских войск дальше. Потому, естественно, эта риторика разворачивается, то есть под какое-то наступление гипотетическое, вопрос куда и чем. У них в это лето было, на весну было в районе 400 тысяч войска российского, причем более-менее экипированного, никуда не наступить не смогли. Наступили в одно место, до сих пор у них проблемы, а реально движения наступательных практически не было. Потому с вновь набранными теми же 300 тысячами это та же самая ситуация. То есть для обороны либо остатков определенных фронтальных линий на территории оккупированной Украины, либо уже по госгранице. Но эта подготовка однозначно идет, она видна, и по тем указам, которые проходят сейчас и готовятся россиянами, и по запуску, вернее, оборонпрома российского. Запустились они на максимальную производительность, вот где-то выход будет под 300 тысяч мотопехотных и мотострелковых соединений где-то на весну. Вот это вот все видят, просто подают, немножко неправильно.